Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Леон Антони, а мы сегодня с вами продолжаем играть в игру под названием Пила 2 Flesh and Blood. Друзья, я всем желаю приятного просмотра и отличного настроения. Поддержите данный выпуск лайками, ну а я жму кнопку. Так, поехали. Так, а быстрей. Не-не-не, еще тянусь. Хорошо. Пошел. Стоп, а что дальше делать-то? А как мне успеть? Странно. А как же успеть-то в этой ситуации нужно? Что-то как-то я совсем не понимаю. Как-то надо успеть. Это 100 пудов. Но как? Как задержать эту коробку? Сложно. Так, ну если как бы сейчас со второго раза я не смогу это пройти, то я, наверное, на паузу поставлю запись видео и уже включу, когда пойму, как с этим разбираться. Но сейчас-то я, естественно, попробую. Так. Я не заметил. Я банально не заметил, что можно потянуть оттуда всю эту тему. Так. А быстрее. Времени ждет. По идее, сейчас должен успеть. Так, есть. Придется побегать тут. Так. А это зачем? А. Угу. Так, там еще одна комната будет? Или этого хватит? Быстрее открывай. Это еще не все? Лол. Вы, должно быть, издеваетесь. Как же мне все это успеть-то? Блин, шпот какой. Так, давай. Убирай. Фух, вроде все сделал. Да, ну и пот вообще. Так, ну ладно, надо здесь осмотреться, что здесь есть. Пока что ничего особо интересного. Так, мертвое тело, ничего не найдено. Понятно. Заперто. Ну что, ладно, надо уходить. Там дверь, по идее, открылась. Так что окей. Меня отстранили от дела. Вот почему моя команда не связывалась со мной, пока я лежал в больнице. Им приказали не раскрывать мне стороны дела. Начальник Джейкобс говорит, что с технической точки зрения я жертва, так что не способен к объективной оценке ситуации. Это чушь. Пила убил Синга. Я закопаю этого ублюдка. Так, давай пазл. Мне кажется, вот так надо. Ага. Вот, ништяк. Да, желтый. Это сюда нужно, да, довести? Или... Да, походу туда. Нет. Стоп, подожди.
что я не догоняю. А где вторая-то панелька? Куда надо довести-то ее? Может быть, туда? Я что-то не понимаю. Чего-то я не догоняю. А, вон она. Ё-моё. Ясно, ясно. Так. Ага. Нет. Так, значит, надо от желтой идти. Так будет правильнее. Так. Вот. Неплохо. Ага. Так, теперь вот так вот. О, оказывается, все очень просто. Прям даже элементарно, я бы сказал. Так. Я поручил Гордона детективу Кэрри. Ее рапорты пока были вполне стандартными. Парень долго работает. Идет домой. Там поздно обедает с семьей, спит. И все повторяется. Но прошлой ночью все было немного не так. Он провел 30 минут в машине с Карлой Сонг. Без сексуальных контактов, но определенно за рамками обычных отношений преподаватель-студент. Если Гордон манипулирует Карлой Сонг, его алиби перестает быть надежным. Гордон снова становится главным подозреваемым. Так, надо кофе выпить и обдумать все это. Это очень серьезные записи. Так, ладно. Надо кнопочку нажать какую-то, да? Рубильник нужен, у меня его нет. У тебя есть все, что нужно, чтобы опустить лифт и выпустить своего коллегу быстрее. Так, окей. Давай, залезай. Поехали. Майкл! Майкл! Майкл, помоги мне! Привет, Джозеф. Ты ведущий продажный детектив, ответственный за расследование преступлений, включающих проституцию и наркотики. Но ты не сажаешь наркодилеров в тюрьму. Вместо этого ты доишь их досуха, вынуждая работать на себя. Ты загрязняешь город, который поклялся защищать. На каждой из твоих конечностей механические тиски, которые после запуска смыкаются по одному. Последние тиски раздавят твой череп. Как представитель закона, ты предал свой значок. Ты управлял людьми, беря их тиски их собственных пороков. А теперь эти тиски будут управлять тобой. Пусть начнется игра. Так, ну поехали. И что мне нужно сделать? А, понял, кажется. Вот. Значит, пока не совсем понимаю, что от меня требуется.
Вообще что-то пока не ясно. Ой, сейчас ему что-то там раздавит. Вот это было мерзко. Так. Так. Как бы понять этот пазл? Что там надо сделать? Куда там надо? Там три вида лампочек есть. Первый вид — это лампочка беленькая, светящаяся. Второй вид — это красная светящаяся лампочка. Третий вид — это вообще лампочка просто, не светящаяся вообще никак. Как понять, какая именно нужна, я не знаю. Майкл! Майкл, help! Так, тут пропуск, естественно. Ну, давай. Так. Не этот. А какой? Может, вот этот вот? Так, синенький. Наверное, что надо, чтобы цвета просто совпадали, да? Да понял я. Не бормочи там мне. Да блин. Ладно, давайте на паузу поставлю. Короче, я понял, ребята, как это делается. Вот. А, нужно просто зажечь все лампочки. Вот. Так, вон оно было. Вот, отлично. Есть. Так, поехали. Короче, наугад все это надо хреначить практически. Конечно, может, и не наугад, но все же. Суть вы поняли. Так, какую я пропустил? Еще вот эту, да? Вообще просто изичная тема. Не понял. Да как так-то? Какого хрена? Ух. Fuck, man. I didn't think you'd swim. Парень, я не думал, что ты меня поддержишь. Чем мы вообще это заслужили? You know what you ты знаешь, что сделал. Что мы сделали. Да, хорошо тебе удалось заработать. Ты что, считаешь себя каким-то героем? Собираешься спасать всех? Прошу тебя, окажи мне услугу и держись подальше от моего пути. И не беспокойся о себе и о других, когда ты выйдешь из этой камеры. Я отправлю тебя в другую тюрьму. Пошел нахуй, я не отправлюсь в тюрьму. Кошмар, еще матом ругается, ты подумай. Я его спасаю, понимаете ли. Из тисков его вытаскиваю. А он еще на три буквы посылает. Ах ты какашка такая. Это еще он спасибо должен сказать, что ему пенис в тиски не засунули. Вот как я скажу.
Так, давай включай сразу фонарелло. Кое-кто ждет твоей помощи, поторопись. Ты задолбался уже всех спасать, что ж такое? Кто Майкла спас? Он сходит с этим набалдажником БДСМ. Уже сколько времени. И никто его спасать не собирается. О, какой красавчик. Так. Так, понятно. Незнакомка, женщина, которую ты раньше не видел. В плену, выше. Единственный способ спасти ее, прежде всего восстановить питание грузового лифта. Лучше поторопись, а не то она так и останется незнакомкой. Что-то она похожа на Аманду Янг чем-то. Так, давай, что у нас там? Ништяк, с первого раза прям как батенька вскрыл все. Так, ботокс бери. Прекрасно. Так, ручка лебедки. Опа! Топор, серьезно. Наверное, топором один удар и все, и каюк был бы Майклу. Так, бери топор. Так. Я припер Дженнингса к стенке, пытаясь узнать подробности дела. Нужно отдать парню должное. Он сопротивлялся, пока Кэрри не оттащила меня от него. В сущности, она унизила меня, выкрикнув мне в лицо о том, что мне нужно забыть об этом и что она теперь ведет это дело. Она молода, она не понимает, просто не может. Я никогда не остановлюсь после того, что этот ублюдок сделал с Сингом. Так... Ох, темнота как. А смысл от того места? Так, лебедка нужна, да? Так, здесь что-то есть. Гвоздь. Ну, у меня он и так был. Так, ботокс. Так, а что стало доступно? Вот это место, что ли, или что? Подожди. Что-то я не понял. А, понял. Давай, слезай вниз. Так. Тут ничего, да? Оба. Блин, то он бежит, сломя голову. То он ничего сделать не может. О, вот это жестко там размолотило. Сегодня я попытался позвонить Каре. Я хотел знать, почему она не навестила меня в больнице. Я знал, что мы плохо развелись и все такое. Но есть вещи, которые просто делают тебя человеком. Так что я позвонил и трубку взял Майкл. У него есть проблема с сохранением места в газете. И он поинтересовался, не могу ли я что-нибудь раскопать для него по делу пилы. Я проявил немного эмоций и повесил трубку. Не стоило этого делать. Он мой сын. И мне нужно заботиться о нем, но это было слишком. Так, стоп. Хрена себе там вслед из месива, просто мясорубка конкретная. Так, ее можно обезвредить? Да, можно. Куда же идти тогда? Стоп. А, понял. Понял, да. Так, хорошо, поехали. Будем тогда идти от желтенького. Значит, только в эту сторону получается. Угу.
Так, зелененькая у нас, получается, будет идти вот так. Ага, изи. Так, туда пока я что-то как-то не стремлюсь идти совершенно. Вот там, кстати, есть ботокс, это хорошо. Давай, бери. Еще фрагмент головоломки, правда, у меня их мало. Ничего. Так, тут, скорее всего, тоже особо ничего. Блин, по стеклам-то не надо ходить. Туда. Не попасть за колючку. Проползти не вариант. Так, можно толкать и тянуть. Так, а если тянуть, то пройти не получится. Так, стоп. Нормально, ладно. Так, тут только тянуть. А, ну все складывается как бы. Так, вытягивай давай, чтобы пройти мог нормально. А, нет, хрен. Толкай. Так, вот это вытягивай хреновину. Да, блин, я ж забыл. Да, точно. Только толкать. Ну, как-то обойти придется, наверное. О, а что это я сделал? Лол. Лол кек. Опа. Что за хрень? Что за хрень? Что происходит-то, алло? Так, я понял, как я открыл эту дверь. А что дальше-то мне надо сделать, я не понимаю. А. Стоп, подожди. Так. Ой, что мне надо здесь сделать, я пока не понимаю. Так, толкай. Угу, вот это вытягивать надо. Так, прекрасно. Тянуть. Вот. Чтобы понять. Ой-ой-ой. Так, толкать. Тянуть. Так, что дальше? Я что-то слышал. И чё, что ты слышал? Люлей сейчас получишь.
Плохо. Ё-моё, совсем сумасшедший. Hello, Barry. Привет, Барри. Ты одержим огнем, и это одержимость стоила жизни двум людям. Ты ведь помнишь это, правда, Барри? Как они корчились в агонии, пока их плоть превращалась в бесформенный пепел. Теперь тебе предстоит встретиться со своей любовью к огню. У тебя есть все инструменты, чтобы сжечь мир. Но будь осторожен. Если ты зайдешь слишком далеко, это будет стоить тебе жизни. Откажись от своей одержимости и живи полной жизнью, иначе пламя поглотит тебя. Серьезное заявление. О, вот огнетушитель валяется. Так, гвоздь я у него взял, да? Нужно заставить этот лифт двигаться, а этот генератор как раз то, что нужно. Так, подожди, а что-то еще здесь есть? Так, вот, можно гвоздь использовать. Так, ботокс, отлично. Так, еще что-то есть? Цепь, ага. Ну, сюда полюбас надо было идти. Может, я немного параноик, а может, я просто забывчив в последнее время, но кажется, часть моих записей пропала, включая... Нет, не может быть. Если они это нашли, кто мог ее забрать? Здесь никого не было, когда я складывал записи, если только Майкл... Нет, он бы не стал! Так, поехали. Ой, какая веселушка-то тут прям. Хорошо еще, что на время этого не было. Угу. Разберемся, ничего страшного. Так. Ага. Так. Нет, это ни о чем. Так. Сейчас скоро все будет, наверное. Но это не точно. Так вы понимаете. Ага, ага. Ну, тут видите, как не складывается. Вот так, может быть, попробовать стоит. Но тут вот так вот. Ага. Так, а как она соединяться будет тогда, это приблуда? Вопрос. Каким образом? Так. Угу. Блин, вот это, походу, надолго, конечно. Так. Подожди, подожди, стоп. Короче, мне вот это нужно с этим разобраться сейчас. Чтобы вот это как нужно работало. Но не получится, потому что тут соприкасаются они. Только так можно поставить.
Значит, это не вариант, не варик вообще. Может быть, тогда вот так. Вот. Вот, может быть, вот так вот это делается. Так, так, так. А, ну опять-таки, как соединить тогда все это дело нужно? Ой, сплошной геморрой. Сплошное веселье. Так. Так. Ага. Вот так, может быть, если только попробовать сделать. Да, я, кажется, понял, как это лучше всего тут прям сделать. Так. Пошло добро, да? Тут целая взаимосвязь получается, целая цепочка. И не туда, и не сюда. Так, две лампочки есть из четырех. Ты зашибись вообще. И вот что мне с этим делать? Вот что мне с этим делать, а? Объясните мне. По идее бы, конечно, по-хорошему. По-хорошему бы мне вот это вот бы все переставить сейчас как положено. Вот так, может быть. Хрен его тогда знает, как правильно в итоге будет. Так, одна лампочка есть, ладно. Да ё-моё. Уберись отсюда. Меня сейчас бомбить от этого начнет. Так, секунду, ребятки. Итак, я решил этот пазл. Вот, очень много времени ушло на это. Но все-таки я это сделал. И это прекрасно. Тебе удалось восстановить силу. Хорошо, теперь поторопись. Осталось не так много времени. Окей. Так, куда надо бежать? Сюда, да? Нет. Тут я нашел специальную штуковину. Так. Заперто. А что здесь нарисовано, этот хреновина? Крендель нарисован. Что с этим делать? Ладно, давай, залезай. Так. Опа. Так. Так. Оп. Ништяк. Справился. Красавчик просто. Чем ты перепрыгиваешь? Чего нельзя спокойно обезвредить? Обезвредил уже спокойно. Без каких-либо усилий. Вообще спокойно. Чем-то перепрыгивал. Ну ладно. Опа. Опять этот пазл. Так, давай. Так. Готово. Но это изи было.
Беги, брателла. Сюда, типа? Ага. Ой, там эти бочки, что ли, ядовитые? Какие-то испарения там впереди. Hello? Эй! Hello? Эй! Anyone there? Есть там кто-нибудь? Well. Так, look, так, смотрите-ка, кто тут. Я смотрю, у тебя неприятности, да? Пошел ты, вытащи меня отсюда. Убирайся сама. Хорошо, просто держись. Выключи поток. Так. Типа мы вдвоем тут должны взаимодействовать. Жжется. Воу. Это жестоко было. Это было весьма жестоко. Так, надеюсь, сейчас-то все в порядке будет. А что не так-то было там? Немножко не понял. Надо было дождаться, пока она пробежит дальше, или что нужно было сделать? Просто не совсем ясно. Давай, пошел. Hello? Hello? Давай, пропускай. Даже эти можно пропускать заставки. Дверь, не открывая яйца. Так. И что? Наверное, надо тот вентиль, да, повернуть? Нет. Да как? Какого? Что за бред вообще? Что мне в этом месте надо было сделать? Что я сделал не так? Я не понимаю. Там один вентиль, по сути, который можно крутить. Почему? Почему? Что я делаю неправильно? Блин, и постоянно ведь лезть надо по этому очку. Еще дверь открывалась бы, это было бы вообще шикарно. Hello? Да пропускай. Hello? Давай, пропускай. Right, во. Может быть, сейчас получится. Так. И вот она стоит, ее прям аж парить может. Может, я что-то пропускаю, ребят? Я просто не понимаю. Не догоняю. А, лестница, во. Протупил, значит, окей. Так, готово. Так, а вот теперь надо тот вентиль покрутить, скорее всего. Нет? Ну ладно. Выбирайте с умом. Она крутит.
Не она. Какая-то подсказка. А-а-а. Синенький. А-а-а. Так. Кверху и... Короче, на 12 часов и на 5 часов примерно. Синенькая должна быть. Так. Сейчас будет. Так, хорош. Угу. Во, может как-то так, блин. Хрен его знает. Раз подходит, два подходит. Ой. Может тут так попробовать? Ну нет, синяя должна быть, только синяя. Там же четко было сказано. Написано, нарисовано точнее. Так, стоп. Вот это подходит. И вот это подходит. А если вот эту сделать? Ага. То это ни к чему не приводит. Ясно. Тут, по-моему, совмещать. Ну, можно, конечно, совместить, да. По сути, можно. Но только осторожно. Тут видите, как это все не работает, как надо. Ну, вот так, наверное, да. Вот. Вот как и на рисунке там, да? Да. И синий этот крутить надо. Прям какой-то выпуск с кучей этих пазлов. Обалдеть можно. Отлично. He said you'd come. Он сказал, что ты придешь, что ты спасешь меня. You're a good man. Ты хороший человек, как твой отец. Ты явно не знала моего отца. He abandoned you. Он бросил тебя. Он рассказал мне. Это не значило, что он тебя не любил. Не значило, что он получил то, чего заслуживал. Слушайте, а тут, может быть, есть кукла Билли? Надо посмотреть. На то вдруг.
всякое просто бывает. Их, кстати, крутить можно опять. Странно. Видать, наверное, это такая пустая комната. Ну ладно. Я думал, что будет что-то другое. Ты должен быть готов сделать все, что нужно для спасения жизни незнакомца. Хотя ты и выполняешь это испытание, задайся вопросом. Зачем тебе жертвовать столь многим ради незнакомца, хотя ты готов предать свою собственную семью? Я не могу поверить, он меня предал. Мой собственный сын, моя плоть и кровь. Он похитил мои записи, он опубликовал эту историю, воспользовавшись. У меня была запись о том, что на самом деле случилось в мастерской пилы. О пренебрежении процедурами. Как он мог это сделать? Мой же сын Джейкобс выставил меня. Теперь я мало что могу поделать. Я больше не коп. Даже собственная кровь предает меня. Я ничто. Вот это вообще, конечно, жестоко. Очень. Так. Куда? На лифт? Нет, ключ нужен туда. Я утратил ощущение времени, напиваясь и бездумно валяясь на диване, но я заметил пару минут назад старый журнал. На обложке Джон Крамер был выбран Человеком Года за свою благотворительную работу. Я не могу позволить Пеле уйти. Такие люди, как Джон Крамер и Джилл, так посвящают жизнь помощи людям. А чем занимаюсь я? Напиваюсь и ничего не делаю. Если управление не хочет помочь мне его поймать, хорошо, но я не намерен отступать. Ой, мои любимые пазлы. Так, смотрим. Угу. Так, сейчас все будет. Ага, понятно. Хитро. Хитро придумано. Что же надо сделать? Как же здесь нужно все выставить? Странно. Вот.
Не все проблемы решаются тонкой с умом. Часто требуется сила. Эти двери можно открыть только силой взрыва. Осторожно, нам ведь не нужны. Несчастные случаи. Так, а зачем он сюда пришел? Что-то я не понимаю. Да, что ж ты, блин? То на стекло наступишь, то еще куда. Так, о. Да, выключай. Готово. О, там, походу, впереди пазл с первой части, да? Так. Что-то какие-то красные отметки тут. Стрелочка ведет сюда. Какие-то крестики, нолики, что ли, блин. Не нашел ничего, обидно. А, вон оно что, наверх можно полезть. А, нет, это другое. Понятно, тут, короче, определенный шифр нужен. Хорошо. Так, вот. Кажется, понял. Сейчас попробую. Как-то так, наверное. Так, начать, наверное, надо с этого. Вот. Блин, она вместе с этим крутится. Ну какого хрена? Так, короче, все это надо совместить, безобразие, да? Ну вот, по идее, как-то так должно быть. По идее. Ну а там хрен его знает. Ну-ка. Сейчас гляну. Так. Ромбик должен быть на 11 часов. Нолик должен быть на 2 часа. Хорошо. Сейчас сделаем. Ромбик на 11, нолик на 2.
Ну, нолик на 2 и так стоит. Нет, не подходит. Нужно вот так вот, чтобы было. Значит, вот это нужно подвинуть. Во! Боток сбери. Я проследовал за доктором Гордоном от его кабинета прошлой ночью, но он заметил меня раньше, чем добрался до места назначения. Он знает мою машину и мое лицо. Мне нужна помощь со стороны. Берни упомянул в участке парня, с помощью которого уличил жену в измене. Адам как-то там. Я позвоню ему. Понимаю, здесь останавливаться нельзя. Угу. Понятно. Так, ботокс. Тут нужна эта штука. Не нашел ничего. Сейчас найдет, типа, да? Так, еще ботокс, прекрасно. Кто там? Конь в пальто. Кто же еще? Опять ничего не нашел. Да ты прикалываешься, что ли? Нахрена сюда пришел? Только за пазлом, что ли? Так, спокойно, мужик. Да ты задолбал. Что за хрень? А где же найти-то эту приблуду? Ох, непонятно. Она, по идее, тут где-то должна быть. Приблуда эта, но ее здесь нет. Это бред. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.